Первая божественная литургия состоялась в новопостроенном Краснодарском Михаило-Архангельском храме. В церкви с нижним пределом в честь страстотерпца царя Николая II побывали наши коллеги. Им слово. Всего полтора года назад заложен Краснодарский храм во имя архистратига Божия Михаила. Уже установлен купол, увенчанный крестом. Ровно за неделю до Святой Пасхи мы побывали в храме. Настоятель, отец Николай Щербаков, торопится с завершением отделочных работ. Сегодня мы уже устанавливаем солью, как видите, да, латунный Воронеж, фирму Хорус делает. Иконостасы, причем наши греки местные изготовят иконостас. Верхний предел Архангела Михаила, а нижний предел царя Николая, стратотерпца императора. Там тоже работы идут параллельно. Уже подвесили паникадила, установили новую звонницу и даже опробовали ее. И свершилось маленькое чудо. В нижнем пределе была совершена божественная литургия. Конечно, кое-где проглядывал кирпич, виднелась голая штукатурка, но иконостас уже светился белым мрамором. Все было убрано и украшено цветами. Собрались и прихожане в новый храм. Яще сие услышано будет у демона, мы удалим его и вас. Торжественно звучали слова Евангелия. А затем на великом входе поминание патриарха, архиерея и всех-всех предстоящих и молящихся здесь. Да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне, присно и во веки веков.